Ну что, мы возвращаемся. Наш групповой этап Best of 2 в первой игре потной каточки одержала команда Мека. Так вы и видите 0-1. Посмотрим, смогут ли камы отбиться, потому что сейчас будет очень интересно. Swiftblade у нас достается, скорее всего, для Кумана, который играет под никнеймом Great Repulsor. Ну и те же самые саппорты сейчас я вижу. Glacius и Impasca. Очень-очень интересно сейчас ребята пикают. А тут у команды Мека, которая занимает слот Хеллборна, у нас появляется тот же самый Ревенант, Нимфора и Магмус. Вот какие пацаны нас будут развлекать со стороны Меки. Это что-то прямо задумали ребята, я даже не знаю, что именно. Так, сейчас мне тут надо ментала набрать. Так, к сожалению, так получилось, то, что Нор от нас убежал, у него садятся наушники. Ваган. Да, я тут. Обратно. Так, ну погнали дальше. Также представлю команды. Команда Кам занимают места Легиона. Это Silver Sunset, Proview Life, Empasa, Great Repulsor и Tendi. Команда скажи Мега. Скажи сразу, там ребята на чате, я почитал чатик, там не понимают кто-кто. Так вот, Silver Sunset это Казандар. А, вот. Как... Life это Морж. А Great Repulsor это Куман. А Тенди вот. Это Амахасла. А Импас это Никитка. Это просто Никитка. Так, дальше. Команда Мека. Эвкамурена, Фэлсноу, Пегас, Редженда и Спидман. Мистер Чёлка. Вот, тут все ясно, да, мистер Ч. Вот, ну, в принципе, ладно. Я думаю, Паша не обидится за такой небольшой троллинг. Вот, так. Опа, Дедвуд. Я уже привык к Дедвуду и думаю, что это его не было. Скорее всего, он где-то в бане был. Вот в бан улетает у нас от обеих команд. Это Дампир, Призионер, Мэдмен, Дарк Леди, Дранкин Мастер, Паппет Мастер. Кстати, призыв к оружию. Ты выполнял эти задания? Да. У меня один мешочек типа открылся, но я не могу его открыть почему-то. Скорее всего, это прямо такой жесткий обман. Да, играйте, но люди. Да, там фигня всякая, там реально смысла нет это все открывать. Хотя у нас немножко по-другому, чем на инте, по-моему. Я вот не понимаю, я каждый раз открываю что-то. Одержи победу в лесах колдовара один раз. Потом знай свою роль и держи победу на соло или гангере. А откуда они знают, что это, что соло, а что гангер? Ну, он наверху фильтр героев есть, нажимаешь туда и... Смотришь, что S2 считают ганкером, а что инициатором. О боже, как это просто оказалось. Кстати, для тех, кто не в курсе, там, если написано, допустим, рейнджовый легион герой, то есть я просто вначале, когда там на инте, типа, win a game with a legion ranged hero. То есть это не обязательно за легион играть, это именно легиона герои левые, то есть те, что слева в этом списке героев. Вот он в чем секрет. Вот у меня квесты не меняются, мешочки не открываются, забей вообще. Ну, нормально. Кстати, Deadwood, вот, как по мне, вот в дабл миди Deadwood мне вообще не нравится, он не очень крутой. Вот если он там, допустим, в харде стоит соло или тот же соло визит, то он нормальный. А вот в дабл миди он ничего не может сделать. Вот мы играли несколько раз, и вчера было тоже, я смотрел, когда Кэтс играли с камами, там был тоже Тенди в дабл миди. То есть саппорты выезжают, Deadwood ничего не может сделать. То есть он так орни типа ставит, но это зачастую не спасает. Если там, ну, стана, то есть нет, это инстового. То есть они из-за этого вчера очень сильно проиграли мид. Но тем не менее выиграли игру, если кто смотрел. Да, я сегодня с утра пересматривал после работы. В общем, мне было интересно, как так получилось, что 2-0. Вот, но... Замечу. Во второй игре там Солстиса пик был довольно спорным. В итоге Солстис ничего не смог сделать. Во вторую игру я так чуть-чуть проклятал. Ну это либо заходит, либо не заходит. Не, они очень сильно начали выигрывать игру до того момента, когда включились в игру изи лейны. То есть от камов пошли в бой не Фора с Репульсором, а у Кэтс, по идее, Солстис должен был что-то делать, но этим героям вряд ли что-то можно сделать. Да, ты пока добежишь. Там даже не раскастовал нигде ульту. Он там ульту после разгона дал несколько раз, но толку не было. Кстати, соло изи Магмус у нас будет. Нимфора в миди с Кракеном.
Спидмен с Ревенантом будет на харде. А смысла нету против... Ну, они могли предполагать триплу. Хотя да, это и есть трипла. Глаз сейчас пойдет на топ. Там сейчас будет терпеть Глеб. Пегас будет терпеть там Суизи Лейн. Да, Пегаса будет мучить. Нет, это... Не знаю, почему Глаз... Он, наоборот, возвращается к Дедвуду. Это неплохо. Да, здесь теперь можно... Да, там особо против Магмуса не нужен. Но в чем проблема Гласиуса, если в него начнет вгрызаться Ревенант, а не по-любому? Дедвуд ничего не... Дедвуд... Ну, могут контркилл сделать, но при этом Глаз умрет. Да, да, да. Кстати, тут можно было бы... Скорее всего, оставят Кракена, а потом Урен. Но после, после скилла силуэт под первым Ревенанта с такой дэмэдж будет выдавать. По Гладсу. Ну, Гладсу будет чувствовать это. Может, опять у нас в роли жертвы будет в данной игре. Посмотрим. Ну, а с другой стороны, Кракен, Нимфора... Не знаю, что должно произойти, чтобы они убили это, Хагу. Ты либо должен хак что-то сделать очень нехорошее. То надо иметь третий левел, 50% хп, скорее всего, чтобы попал станом Нимфора, потом... Просто потратить блинк куда не надо и все, и умереть. Но я думаю, он не будет этого делать, естественно. Ну, иногда Казандар там устраивает легкую наркоманию. Ну, это типа... не Казандар, на хаге это Great Repulsor. Угу. Так, тут у нас цепляет Ревенанта. Ревенанта должны убивать. Хорошая колба, сейчас будет дерево. Спидмен. Спидмен блочит. Да. Спидмен просто блочит. Да, Спидмен просто продал сейчас Редженда. Ищет вард от Редженда, но он банально на руне стоит. Ой-ой-ой, бежать. Но сейчас же дерево прилетит и будет убивать силуэтку. Да. Все очень плохо. Ну, это не лучшее место для ТП. Уже лучше в кусты нырнул бы. Повыше или пониже. Спидмен пошел вытеснять Глеба. Все, Пегас, твое время вышло. Я бы на месте Пегаса пассивку качнул бы. Против свифта. Когда со свифтом надо драться. Потому что Казандар, ну, сверх наглеет. Не, Магнус очень крутой герой. Он соло на соло милишника того же свифта выигрывает изи. Так, тем временем. Спидмен у нас одиночный пулс делает. Кстати, где у нас все? А, Магнус тут со свифтом развлекается, пока Глеб никуда не тпшнулся. Сейчас. Ну, он вот подфармился, его может взять ботинки, тпшку и вниз сделать. Лесная силка, как это мило. Ставили Кракена соло в миде, когда он на два левела, ну, уже на один. Это не очень круто. У Кракена есть уже баночка. Три, не, это силка. Одно дерево. Да, нормально. Кракен такой жирный парень. Силка без пассивки пока что. Тяжело. Что в Ratchet Hack? Непонятно, что там Куман задумал без какого-нибудь хила, а не баночка летит. Тут Редженда оставили вообще просто соло, он воюет с Дедвудом. Где-то Магмус потратил стан. Да он в него текал. Очень близко было. Попытались убить Хагу сейчас. Да, было близко. Очередная попытка сейчас будет убить Магмуса и Пегасу. Нет, слишком далеко. На стана нету Магмуса, поэтому надо быть осторожным. А дайвить не стоит. И из в КД. Ботинки взялся, свифт. Теперь будет очень тяжело. Силка не сможет выйти этот лейн фарм, где она будет умирать. Вот поэтому Спидмен сейчас и леса штурмует. Попали скиллами, но... В сантиметре от вижена контрварда Редженда стоял. Очередной выезд на Магнуса и убивают. Ну, Пегас, конечно, тут не знаю, что он тут творил. Знал же, что у него нет стана, надо было держаться чуть подальше.
В общем, ошибки какие-то такие детские. Бывает. Это точно. Агата Д нашла. Ладно, посмотрим, что будет. Так, у нас очередной выезд на Ревенанта, но тут уже есть просветка. Ну, с просветкой это 100% килл, можно сказать. Да еще корнями попали, ну вообще все отлично. Ну, по колбе там не трудно корнями попасть. Так нет, он до колбы попал корнями. А, я не видел просто. Я просто думал, он обошел глаз, просто колбу даст юзнул смерть. Так, тут Сьюзблейд начинает нарезать Магмуса. Ой-ой-ой, Глеб так... Лол, я уже думал, сейчас Пегас опять отъедет. Попытались опять убить у нас в Рэчет Хак. Но Куман тут нормально себя чувствует. Нет маны на стан. Но свиста еще раскрутки нет. Сейчас Пегас убежит. Ну, все плохо. Ой, Ревенант нашел. Импас. Силка не двигается что-то. Ну, это минус импас, наверное, будет. Ну да, первый килл будет для команды Мека. И, кстати, достается Магмусу. Ну, надо было... Надо ботлсы срочно вести. Да, он это и делает. Тяжко будет, конечно. Сейчас перефармить Сьюзблейда. Плюс еще там... Капитан Щелчок у нас формирует. Уже есть шестой левел. Ой, как хорошо Куман-то задул сейчас в Кракена. Но... Не убьет. Да, не убьет, конечно. Сильвблайт сейчас у нас выходит на силку. А не, будет убивать Ревенанта. Нет, даст там ничего нет. Ну, если бы само... А вот пас даст там идет. Если бы раньше он, конечно, прыгнул на Ревенанта, я думаю, там быстро бы убил его. Обычно хватает двух прыжков и включаешь фури. Магмуса. А? Могут Магмуса убить. Ну, да, тут уже Пегас как раз прокачал свою пассивочку. Почему-то он крипов. Нет, если он сейчас выйдет, просто даст линк и этот, и даст... то после стана Магмуса может догнать свист ультой, у него синие ботинки есть. Да, но тут но они нас... Ревенанта убьют. Да, да, Ревенанта быстро. А, решили вот так вот. Фу. Нет, не так просто. Это неправильно, ульт не знаю почему зажал. Так вот, сейчас импаску убьют еще. У нас Кракен бежит. Ой-ой-ой, мисс станом. Но убьют все равно. Тут не импа. Я что-то не понял немножко. Фейл снова у нас что тут смелым себя посчитал. Без ульты попёрся. Это чудеса, да. Но Свифт должен был там ультовать, не знаю, зачем он там зажал. Ну это логика такая, типа, ну а чё я буду ультовать, если... Если что, если... Если это саппорт. Если Ревенант юзает на себя инвиз и с большим успидом убегает от крутилки под вышку. Давай посмотрим по крипам, что у нас тут. Дедвуд 44 на 7. Силки 30, но это ни о чем не говорит, потому что он маленький спот всю игру фармит. Да, Блес, да. Крипы. Спидман сейчас опережает по ГПМ, наверное, только своих саппортов. Да, так оно и есть. Дедвуд реген нашел. Не, ну, в это, кстати, есть плюс, то, что мейн кэрри так не особо там, нервно относится к тому, что можно пойти... Что-то там делает. Опять убивает у нас Реджендер. Так, тут нашли даблстак. Да, который пытался там спидмен пофармить. Бедный спиди. И тут лишили добра. Кстати, Казандар очень грамотно держится в рендже от пассивки Магмуса. Очень редко его цепляет Казандар. Пока что все плохо. Хага сместилась теперь фрифармить на боте. Там мешать ей некому. Ну я бы не сказал, что все так плохо. Пока преимущество всего лишь 2500. Я же понимаю, что это чувствуется немножко сейчас со стороны камов. Но это пока не сильно много. Мы знаем, как Мека умеет камбэкать. Будут пытаться увести Дедвуда. Лол.
Релиз The Kraken, так, пытается убить Дедвуда, и Дедвуд будет умирать. Прет, так... И Гладс умрет. Не-не-не, смотри, сейчас будет Линк по Нимфоре, Нимфор умирает. Хага, хага, лол, куда ты прыгнул, друг? Вот это хорошо было сейчас. Поменяли одного саппорта на двух фармящих героев, по сути. Я вот не понимаю. Я просто реально не понимаю, ну как можно просто прыгнуть в кучу хагой? Хагой, у которой... Он видел, как стопа подбегает импас, но импас 4-го левела, там мало чего сделать. Просто надо было кликаться не в толпу, а чуть пониже и ультовать. Да, вот я как так он не ультанул даже. У него блинк на раз, и он... Просто к чему ошибка. Да, что Куман сейчас просто прыгнул посередине. Так, у нас тут лол, Казадар. Ай-яй-яй, минус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, смотри, как хорошо. Федька-то заблочил, Дедвуд. Доджит, смотри. Так лол, смотри, Тенди просто взял и кинул дерево. Дерево в дерево. Кинул. За это сейчас и умрет. Еще и спидман забрал. Закрысил с урикенами. Нет, просто такая... Без лотуса подкинул там, хрен знает откуда. Такая ошибка от Тенди, просто пипец. Лол, Казандар. Опять. Хочет словить что-то на крутилку. Да, тут у нас Редженда просто гонится за импаской. И убьет. Ну, зацепил и убьет. Да, сейчас зацепят и убьют. Ой-ой-ой, я Пегасу. Нет преимущества. Вот и нет преимущества. Да, преимущество кончилось. Несколько ошибок допустили. И опять Федя Чалис взял. Мне так не нравится он иногда, этот его Чалис. На Кракене ты имеешь в виду? Ну, на всех. Лоустон был с Чалисом, и Кракен, и все всегда с Чалисами его герои. Ну, это при наличии банки, я думаю, более-менее оправдано. В таких играх активных лучше взять батарейку, как по мне. Да, батарейка. Вот тут я на 100%. Что батарейку и Чалис никогда не стоит брать, потому что это реально два слота, плюс ТП-шка, у тебя остается 3 слота. Есть такой. Тенди с изи лайна нифига не имеет. Ну, он даже стимбус не доделывает, хочет ПК. Да, не вижу так, Кракен уезжает. Ну и сейчас будут убивать. Ну, он зарежет и выживет, сейчас его похилить. Лол, еще и Дедвуда убьют. Ну что ж такое? Нет, Тенди выживает. Не, просто не ТП-шнулся кто-то, хотя бы. Магмус только сейчас покупает себе ТП-шку, силуэт вообще леса. О, на иншей пошел. Безысходность. Не-не-не, такой типа, теперь я могу иншей. Да, есть 3 сюрикена. Убили Кракена, 1700 преимущество, в общем, возвращаемся. Нет, когда давят так Кракена, это надо всегда иметь ТП. Сейчас он держал там секунды 3-4 всех этих героев. Реально пару, вот от Магмуса ТП, и это можно было бы просто 100-0 дать, и трое умерло бы. Там все скиллы откинули в этого, в Кракена. Что а есть, вот была есть. Бы у него батарейка, он бы выжил, кстати говоря. На Чилисом тут точно не спасешься. Была бы батарейка, там бы и Дедвуд умер. Да, он бы выжил батарейку, ударил бы Дедвуд, а тот бы умер. И глядишь, еще сам не сдох бы. Короче, Чалис это такое, я еще могу понять, когда он, допустим, Признером соло на соло мист стоит, покупает себе Чалис и фармит хуком по кулдауну, это еще можно понять. Но у тебя стимы, и ставишь в интеллект и юзаешь спеллы. Вот на меди сейчас будет. Да, минус. Быстро. Очень много дэмэджа от двух саппортов выходит под ревенантом. Нимфора с таким билдом, без маны, она много дэмэджа дает. Ой, да, Дженда заюзал и пошел сейчас скаутить. Ну это интовская уже мета, я так заметил. Найдут? Не качают. Найдут, но лучше отсюда уходить. Да. Не, смотри, у нас кидают корни в Кракена, релиз будет. Ой, как же быстро убивают этого товарища. Сейчас еще и убьют Ревенанта. Это реализация ПК, можно так сказать. Грамотная реализация ПК. Ну он корнями промазал, но все равно убили. Не-не-не, в корни сам зашел Кракен. А, зашел, да? Да, он зашел. Просто видел, что он мимо кинул и блинкнулся, ультанул. Магмус тем временем приближается к своему ПК, если он сейчас вышку запушит. А он его, скорее всего, запушит, потому что все забили на него. Никто не боится ПК Магмуса. Пошли тут искать спидмана. Надо бы, Магмус очень сильный герой. Оба. Корни. Иллюзия. Да, есть пока на Магмусе. Вот сейчас
Если еще раз на Кракена подбайтить, это можно всю команду убить. Но если он сделает ТП. Ой, Порш загулял. Нет, никто не пошел его убивать. Уже никто не бьет. Зато знаешь, что он здесь завардил. Поставил чуть-чуть повыше, пацанчики. А на регене. Ну, Хаги налаживается уже 330 ГПМ. Лайтбренд скоро будет. Так. Надо было убивать Дедвуда, а сейчас разберут. Нет, там Хага. Убили спидмана. Ой-ой-ой-ой, Хагу поймали. Да. А, нет, Казандар не так прост. Не, конечно, это полная жесть, то, что только некоторые герои могут сбивать ему ТП. А я не увидел, где силуэт убили вообще? В лесу, там вот где Варт... поймали. Там где Варт Маржа. Туда Казандар просто ультанул. К вам. К вам. Ой, опять, скорее всего, свечка погасла. Для кого? А? А, у этого. Да, у Казендера. Надо вот так вот, чтобы писало. Нет, они готовы. Это была маленькая слабость. Кстати, Магнус 11-й апнул. Вот сейчас вот его ульта очень много дэмэджа даст. Там что Хага, что два саппорта отлетят моментально. Ну, Хага сейчас отлетела, ее там опять гоп-бригада в виде редженда и этого. Ну, если бы не Магнус, они бы его не убили. С Магнуса не убили бы, но он там с ПК как бы в рендже был. Ну, пока что у Свифта все, это вообще 4-0, все нормально, 400 ГПМ. Но тем не менее, силуэт тоже, 250 для лесной силуэт, это хорошо тоже. Тот килл его немножко подбустил. Киллстил. Но он зря хочет на красный ботинок линку, лучше в стимы уже сделал, или синий, там, что он там покупает себе. Кракену там. Косарь с чем-то до ПК. У Федьки, конечно, все не очень хорошо. 0-3-0. Ой, 0-3-3. Потому что батарейку надо вместо чали собрать. Да, скорее всего, он посмотрит этот стрим и скажет, блин, реально вещи говорят. Батарейка только на Мурена есть. И начнет нас хейтить, да? Посмотрит этот стрим. И начнет нас ненавидеть. Обычно я помню, такая тема была, когда я хейтил сборки Джукера. Он мне постоянно потом отписывал в скайпе, почему он именно так выбрал. То есть он мне еще объяснял. Отчитывался, так скажем. Да-да, ну как отчитывался, просто говорил нубу, что так было правильней. Я это и принимал. Так, тут у нас Тенди под грибами. Как же мне нравится под грибами. Грибничество это, а мне бесит вот это вообще. Бред. Так, у нас тут Магнус только цепляет Кракена. Дабл стан от Пикаса. Но все равно убьют. Да. Кстати... Стоило раскатать ульту, наверное. Но если так, надо было как-то не так, что ли, байтить. Я думаю, скорее всего, надо было... хотели так подождать. Прыгает Дедвуд, Кракен уезжает. Трипл стан от Магнуса. Но нифига не получилось. Не получилось, да. Там у Свифта слишком много мувспида с Яшей, с Энерджайзером. Он выбежал из... Смотри, Хабу опять гопают. Вот этот гоп-отряд, наверное, с Куману будет скоро сниться. Наверное, ему уже рыгать хочется от этого, от этой движухи. Да, постоянно, что в прошлой игре его доставали эти три парня. Чувствует спидмен что-то. Что где-то парикмахер. Не-не-не, не так прост, Паша. Ну вот эта силка немножко печальная, но он свою линку почти дофармил. Фармит, да, скоро дофармит.
конечно, поздняя линка, но есть. И они пока, ну, поровну, можно сказать, идут. Ну, если то сравнивать. Есть, эти 2000 преимущества, это сказывается то, что они начальный лайнап не подугадали и подфидели еще внизу в начале. То есть то, что он не стпшился там с бота, точнее стпшился так, что его там поймали. Да, есть такое. Ну ладно, посмотрим. Что получится. Опять Казандар у нас тут выбегает за силкой. Нет. Я просто неопытный силуэткер. Точнее, я вообще на ней ни разу не играл. Когда кидаешь граплу, она же дает вижен? Да. Вокруг дерева, на которое ты прицепился, дается вижен. Все, понял. Так, врывается у нас Ревенант, Редженда. Продан. Продан. Просто бежать, бежать, бежать. Сюда. Graveyard Punch, да, он говорит? Graveyard Punch. Punch. Ну, идут на иншейд. Так убивает у нас силуэтку, лол. Как же так? Еще и краки набирает. Это провал. Это вард хороший просто стоит. Да, здесь, конечно, эмпас красавчик. Хорошо завардил. Немножко, вижу, проигрывают сильно по вардам сейчас мековцы. Потому что у их саппортов ГПМ не очень. Ну, у них и темы есть. Реджен даже на бомжевал. Хотя нет, у них поровну у саппортов на самом деле ГПМ. Реджен даже на бомжевал на банку, на Лекстелионис. У Мурена почти уже есть таблет. Ганг склад опять, опять. Опять издевается над врачит хак. Очень больно. Потому что костыль надо в силе держать, хотя бы мурводом. Иметь шанс и прожать батарейку и улететь. Я думаю, это быть все равно не помогло. В смысле, 200 хп лишних. Если бы у него все. А, да, полностью заряженная батарейка. 15 зарядов мог бы выжить. Но это я не знаю, это жадность на маны. Кракена-то. Просто прихлопнуло дерево. Магмус. Это почти к Магмусу. Два саппорта. Да, конечно. Печально, когда ты вроде выживаешь, а тебя прихлопывают деревом. Я бы сейчас, наверное, если бы на месте Магмуса просто на эти ТП-шки начал бы ульту кастовать. А если бы там оказался... Сильный сансет. Я люблю дайвить, мне плевать. Я бы сдохну в это. Смотри, смотри, сейчас будут убивать импаску. Опять ганг отряд просто. Отряд. Да нет, линк не поможет. А тут у нас морж контр въезд, сейчас будут убивать Редженда. Редженда уже труп. Похороны. Вот таблетка от свифта нужна какая-нибудь. Ну вот ее сейчас и соберет. Да, не фора купила уже. Нет, таблетка очень будет сильно решать. Надо опять идти наказывать Хагу. Я думаю, Куману до сих пор непонятен был замысел этих двух персонажей. С Тимы поставил силу. Все нормально. Так, товарищ Тенди у нас выфармливает постепенно шранку. 386 ГПМ. Казандар снова впереди планеты всей. Спидман тащит, у нас... Тащит. Да, Спидман у нас, кстати, выходит. Святыми печеньками уже позавтракал. Да нет, скорее всего, святой водой полил клавиатуру. Все норм. Ух ты ж. Ну, Пегаса, в принципе, тоже не все так плохо. Выходит это на хекс. Лучшая часть на хекс. Да, обычно начинает с орба. Но у Спидмана уже есть два хороших айтема, теперь его... Не, конечно, он может, кстати, Шиву решил собрать. Это тоже будет неплохо против физдэмэджа от Дедвуда и от этого, от Свифта. Ну хорош, но... Все равно, мне кажется, это будет Хекс. Хекс намного полезней, даже против того Свифта. А почему не цепляют Тенди? А, пока в КД. Опять ганг отряд у нас поехал. Вот наказать бы Тенди за все его прогулки было бы вообще неплохо. И забрать тавер на миде. Ну, в общем, слишком много я хочу сейчас. Нет, нет, там за своей клиентурой ганг отряд выдвинулся. Смотри, 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 сейчас если лесу найдут, это будет вообще смех. Тебя Куман, братишка, пофармить захотел.
Да, он блин. Он еще и блинкнулся. Он стакнул, они сейчас подождут, и он вернется фармить этот стак. Может, не, он, слава богу, он увидел там Кракена и просто ушел оттуда. Кракен, чувствует своей пятой точкой Куман. Нет, Кракен не должен был там сейчас вылазить. Тут... спалил всю контору. Тут Тенди. А Спидман уже 33 с ГПМ. Как бы. Я говорю, он нафармил вот свои два любимых итема, Фейзы и Линку, и все, и нормально. Забирает дабл стак сейчас. Нимфа и Рева. Сейчас Хака полетит туда делать трипл стак и сдохнет. Смотри, смотри, они опять в инвизе. Нет, сейчас Куман вон на низ пошел. Импульс на лейн, если бы они сейчас пошли туда. Такой типа, Редженда поставил вард, видит, а разоблачающий вард такой думает, не-не-не. Вречит Хак, друг. Ой-ой-ой, моржа. Сверху при... моржа прижучили. Ха-ха-ха! Как это было клево! Пришлось отдавать свифту. Ну, саппорт на саппорт, нормально. Плюс чужой лес подфармили. Еще и разбили вард. Да, Дедвуд шранка летит, да, есть шранки на Дедвуде. Силуэт Энерджайзер еще приобрел с ПК следующим, по идее. И это мама. Пока Федька у нас. Топ-фидер в своей команде. Показатель полезности 0.3 у него. Опа, собираются... Да, смотри, собираются убивать, но... И разворот, понеслась. Панч сразу, на, по лицу. Хороший стан, так должны убить у нас свифта. Свифта, лол, убивай. Спидман, конечно, граплой промазал. Он проткнул свифта граплой своей. Да, сейчас пытается убить Тенди, Тенди. Смерть. Вот... Нахрена вы туда полезли вдвоем? Вот это мне вопрос. 250 ГПМного Кракена разменяли на двух мейн-героев своих. Еще он за релиз кого-то успел убить. То есть релиз кого-то убил. А, Казандара. Не знаю. Много денег снял с Казандара, там не было. Он был единственный бессмертный на карте. Но да, тоже зафигел. 500 монет. Нет, я просто вот это немножко не понимаю, вот этой логики. Ну вы пошли на Кракена. Кракену пофиг. Убьете вы его, не убьете. Вот то, что там вся команда будет у Меки, это уже плохо. Нагло пушит вышку. Да, Спидман нагло пушит вышку. Так. И умирает. Да. Но вышку запушил. Красавчик. Ну, это в его стиле, пойти отдаться за какую-то фигню. Ну, еще в его стиле есть такой мув, типа, я прыгну в толпу, не нажму шранку. И байбэкнусь. Да-да, потом рейдж байбэк. Так, смотри, у нас тут опять ганг-отряд. Ну, свифта этот ганг-отряд вряд ли осилит. Тут импаска, импаску хотят. Я могу здесь. Ой, хорош, нет, он двоих. Да, это гем забирает, еще и гласиуса убивают. Мне показалось, что это дабл стан, но, тем не менее, все равно, нормально. Нормально, там... Морж просто настолько испугался, что таблетку даже не успел заюзать. Заметил, что харьковские хонеры тащат катки прямо. А иногда харьковские хонеры прямо на миде так фидят жестко. Такое тоже бывает. Пегас такой пробежал мимо. Кстати, Хикса. Да, ему остался на ману вот эта часть, по идее. Да, мана тюб. Так врывается у нас в ревенанта, ну тут... Здрасте. Ну тут да, он от этого грейвьярд панча, уже с которой третий раз сдох уже. Ну тут... Но с другой стороны, это тоже неплохо. То, что Дедвуд ультует и убивает, это, ну, саппорта они там, допустим, силку находят. Ну хоть кого-то. Ну надо наказывать этих пацанов, которые блуждают постоянно по лесу. Хекс на Магнусе готов, силка скоро возьмет ПК и можно драться. Да. 1600 голды, это не очень уже преимущество. Да это понты, вот эти 1600-1700. Гримуар Хага купил, он сейчас будет дальше фармить, разгонять ГПМ. Да и файте он уже может нормально дать. Сейчас 16-й апнет, там ульта будет довольно больно заходить. Здесь вроде бы все по-порому, но тут в файте
Ой, с хиксы поехали. Да, с хиксы начали, все хорошо, затаймили стан и будет убивать Казандара. Конечно, без вариантов. Да, без вариантов. Опускают на низ сейчас Казандара, постепенно его ГПМ падает. Здесь в файте все зависит от того, кто заинициирует, потому что и там куча дэмэджа, куча скиллов. Да. Просто с нефора и это легче ганки эти проводить. Да и плюс ганг отряд этот с ревенантом. Мерзкий редженда. Так, постоянно который... на этот вард. Вот что это такое? Да настолько мерзкий вард. Ты попробуй его найди. Так он ничего не видит. Так это же разоблачающий вард. Не, я понимаю, но там, я имею в виду, там не было вардов вроде бы. Он ничего не снял. Не, он тоже ревард снял. Снял? Да, он там тоже был. Тогда нормально. И, ну, спот заблочил так, с легонца. Так, у нас тут ганг отряд ловит моржа, и сейчас морж будет умирать. Бедный морж, мне просто... Просто преимущество в тимфайте, вот, видишь, они начинают... Так, силка, саппорты. Силка, надо грапплаться, отличный дабл грапл, и сейчас в Ratchet Hack будет умирать, что-то у нас тут... Не станом, но это его увезли из-под стана. Понимаешь, файт, если начинается с того, что два саппорта убивают, что за саппорта, и камы вынуждены там, вот он увидел двух саппортов, и начинают прыгать в них, а там сзади Кракен, Силка и Магнус. Обреченный файт на поражение. Да. Плюс Свифт только вышел. И опять в Ratchet Hack просто прыгнула. Что? Ой, Дед вот сейчас с ДД будет кого-то панчить. О чем иногда думает Куман? Мне просто хочется в его голову залезть. Типа так, сейчас я прыгну, сделаю ульту и все умрут. Ток, ну хорошо. Умер Свифт опять. Минус Свифт, Дедвуд. Дедвуд зашел типа на пацанов, давайте подеремся. Хорошая стенка от импаски. Байбек, Силка! Да, Свифт байбекнулся. И просто сейчас Казандара опять отправит в таверну. Так, что-то у нас Кракен тут непонятно куда вылез. Ах, это Тенди. Ну, в общем, два байбека пришлось потратить пацанам из команды Кам, но... А, Хагу... в лейт-игре это скажется довольно. Да, но Хагу снова убили. А Хаг не байбекался. А, нет, Хаг тоже байбекался. Байбекался, говорю, Кумана там второй раз шлепнули. Он же как раз его Федя и увез на горку. Да, точно. Отличный фарм у Магмуса, Силка. Ну, Силка все уже, она сейчас... будет фармить свои кор-айтемы на дэмэдж, и все будет отлично. Я же говорю, харьковские хонеры тащат. Да. Тут не поспоришь. Или лучше так сказать, раз в год и харьковские хонеры тащат. Я, кстати, заметил, частенько Пегас начинает прямо доминировать на своей линии. Нет, как раз-таки на линии он не доминировал. Ну, до этого я смотрел игры, там на Кракене, по-моему, он там вообще отжигал какой-то из игр. То есть он тащил. Ну и сейчас он свой. Ну, этот лейн со Свифтом, он, ну, можно сказать, проиграл, но зато отрекаверился потом. Опять пару раз вовремя пришел, дал стан, ганкнул. Кстати, вот смотри, как хорошо запакована нимфора. То есть уже можно кого-нибудь спасать от ульта Свифтблейда. 208. У него 7-1-10. Это очень круто. Он еще взял с его и талисман. Вообще круто. Ну тут понятное дело, то что. Когда ганг-отряд кого-то находит, они быстро кого-то вырезают и отдают редженда. Редженда, я думаю, продают, да? Я думаю, редженда, в принципе, не против. Ну ладно, ок. Редженда добродушный парень. Вечно улыбается. Да. Вечно счастливый. Так, Силка. Силка свапнулась. Кракен, что хотел сделать у нас Федя? Сейчас же будет релиз. Так, отличный релиз. Да. А тут у нас заходит Магмус. Ну и сейчас у нас Казандар за хексу будет умирать. Дар, хекс. Хороший хекс. Пытается убить Казандера. Ультует он. Нимфора живет. Хага. Отлично. Но тут надо что-то делать. Казендер-то жив. Сюрикены. Ах. Как же чудовищно провели тимфайт сейчас, ребята, из команды Мека. Ну, не потушили Свифта, он дал все скиллы. Им надо инициировать хорошо, там, с хиксы, с релиза. Так, Кракен дал релиз и умер. Хоть успел дать. Если бы он не успел релизнуть, там, они сразу все умерли бы.
не знаю, почему в этот момент Пегас не дал хиксу в Дедвуда. Там же можно было защитить этого Кракена. Он начал кастовать ульту, но в этой ситуации лучше бы он блинкстан дал бы. Да, да, согласен. Блинкстан. Ну или хотя бы, знаешь, не так вот. Он в релиз прыгнул с ультой, а и сразу дал стан. Это тоже не очень круто было. Он то есть там ребята и так в дизейбле были. Ну, то есть он должен был подождать, пока раскрутка закончится, и дать свисту. Они потом дали хиксу свисту. Но свист потом ультанул и убил саппорта, и еще надамажил кучу всех героев. Там 16 ульта, вот это очень много дэмэджа. И инвиз собирает там. Купил инвиз. Казандар. Ганг-отряд его разочаровывает. Кстати, Гем вернул себе морж. И сейчас он снова становится целью номер один. Most wanted марш. Шиву себе выфармливает теперь Фэл Сноу. Где-то он берет... Уже нормор. Он и от Дедвуда натерпелся уже. Да ему, наверное, не очень нравится. 5-9-5. Не летают пока что с нимфорой почему-то. Да там... Фиг его знает, прилетишь ты с этой нимфорой, тебя там Дедвуд щелканет разок. И все становится печально. Что-то я не понимаю, куда. Если есть досты, ну, может, на бая носилку сейчас продбайтит. Хотя он в соло не пойдет, и убивать он не сможет. Смотри, стоят, ждут. Ну, нимфа-то у нас 16 левел, можно троих куда-нибудь увезти. Дедвуд. Лол, фи... Ну куда ж ты вышел, Тенди? Сколько раз Федя увозит из-под стана Магмуса? Ужас. Нет, я вообще просто не понял вот этого мува. Тенди просто вышел на Vision. Может, засмотрелся. Ну, успел сломать гем перед смертью. Да, тут у нас... Маржик. Ай, не успел захексить. Жалко. Да, не успел захексить. А вот сейчас... Так, поймали хагу. И это килл. И это хил. Так, ультует у нас Казандар, Редженда поднимает, релиз, и все, и Казандар тоже, наверное. Да. One by one. Но это такой провалище просто. Ну они по очереди всех поубивали просто. Провалище. Макс 4200. Я хочу, чтобы он линку купил. Задефил себя от свифта. И вообще, если все купят по линке, будет весело. Преимущество уже 12 тысяч золота, а я уже... просто, вот в чем проблема. Я уже действительно поверил, то, что Камы эту игру выиграют, и будет у нас счет 1-1. Нет, мой прогноз оказался правильным. Да? Но я не помню, на кого я ставил в этой игре, в этой... Но, возможно, это первая моя ставка победная в этой, на тургарене вот этой. 50 серебра или сколько там дают? 50? Да ежи. Отлично. Поднял бабосы. Легчайшее серебро. Кангор можно. Кангора можно сейчас убить. Да можно и за вторую сторону подраться. Казандара пока ну, нету. Как только выйдет Казандар, надо бэкать. Ну почему? Смотри, все фуловые. Релиза нет. Например. Да. Более у них столько денег, что им надо просто сейчас регрупнуться, скупить свои все итемы, убить Кангора и закончить игру. Посмотри, Нимфора 3500, Магмус 6000, Ревенант 3500, Силка 3. Кракен что-то купил. Ой, этот момент. Это момент, когда можно купить Тревела на Ревенанте. Да не, он лучше пусть Ветра еще этот свифта себя сейвит. Зачем Тревела? Просто вот столько можно вкладов сделать. Форок убит, блин, ну на саппорте, когда играешь, если у тебя есть уже ветра, есть толкание, есть этот Void Талисман, что еще покупать? Да сейчас Мурена будет на хиксу выходить. Поширок надо взять. Как раз можно, деньги есть. А прикинь, случайный баш в крутилку вылетит, как прикольно. Свист такой крутится, и Нимфора его башит. Это будет даже нелепо выглядеть. ЕС-2 скажут, не, это чит, надо пофиксить. Чит. Не, а кстати, да, в хиксу пошел все правильно. У Магмуса слишком много денег. Что-то Редженда никуда свой вклад не делает. Дал ТП на топ, отменил, побежал. Что Глеб делает? Но стоит купить что-то, у него два бэйбека есть, даже если он сейчас что-нибудь купит будет. Наверняка. Как купит себе этот... бабочку и начинает драться в рукопашку.
Ну, это, конечно, бред сумасшедшего. Иллюзии купить, например. Да тут вообще можно все купить. У него на все хватит. Ну, лучше контроль, лучше Hellflower, например. Хефе, ну, не думаю. Там Дедвуд постоянно в него врывается. Вот Линка, да, действительно, было бы грамотное решение. Ну, это, или Тараска. Это бред, лучше уже Скади какой-нибудь взять. Чисто замедлять руками. Ну, Шкади. Или путевку в Египет купить, например, на недельку. Ну, вот сейчас отправят в Египет Редженда. Да, почти. Хотя там нейтралы, по-моему, не на него были сагрены, у него не было там шансов. Эмпаска залезла. И да, надо уходить сейчас быстро. Морж. Морж получает по голове, силка его быстро убивает. Магмус хиксует. Отлично, отличный релиз. Ульта только в Кракена. Лол, Магмус, ульта и Свифтблейд. Свифтблейд живет. Лол, свифта убивает. Отлично, отлично. Силуэт-то тут. Фуловая дерется. Да, да, Спидман-то сейчас будет. О, Киндер Сюрприз. Сейчас еще и Тенди умрет. Здрасте, мистер Тенди. Не хотите ли отправиться в таверну? Хага, Куман. Куман в чем? Уже стан, да. Да. Куман перепутал, походу. И это. Магмус бэкнулся, кстати. А, нет, не бэкнулся, он что-то купил. Тревела взял. Да, он выжил, побежал на базу, взял тревела и не успел полететь никуда. Ну что, это действительно крутая игра была. Да. Вот мне очень понравилось, что у нас там следующее по расписанию. Харьковские хонеры тащат, что и требовалось доказать. Да, это правда. Так, ну что, мы плавненько передвигаемся на Next Game, к вам против GMG. Ваган, ты там меня не бросишь, надеюсь? Ну, если у меня есть минут 5, я... отойти на... Да, да, есть минут 5, ты этот, запрыгивай сразу в игру, и мы продолжим. Окей. Все отлично. Ну что, дамы и господа, поздравим Мекку, отличная игра, Камы. Во второй игре были сильны, но не дожали своих оппонентов. Лесная силка, новая мета от Спидмана, если что, записывайтесь на тренировки лесной силки, Паша с удовольствием вас научит. Так, а с вами был Гришаня Лак, мы пока переходим на музыкальную паузу, не уходите от нас.